Всем привет, с вами Родригес, и мы сегодня продолжаем играть в Bloodfeed. Это кровавая игрушка, в которой просто невероятное количество различных монстров. Мы сегодня будем гасить их, будет сегодня много мяса, будет сегодня много монстряк, и а также огромный ассортимент различного оружия. Ребят, если вам нравится игрушка Bloodfeed, то обязательно прямо сейчас можете ставить лайк. Фух, что ж, давайте будем продолжать наше Load Company, да, загружаемся здесь, и я надеюсь, мы продолжим с того самого места, с которого мы и начали. Так, мы убивали в прошлой серии огромных каких-то пауков, тарантула, скорпионов, а также даже были динозавры некоторые, это были ужасные монстры, и некоторые приходилось мочить очень-очень долго, потому что они очень кровожадные, очень страшные. Так, и у нас безумное количество здесь различного оружия. Так, вот у нас есть нормалек. Так, нормально, звук вроде, бы все нормально со звуком. Так, посмотрим, где у нас, кто у нас здесь. Давайте снайперку возьмем, может быть, издалека будем лупить. Вон там какой-то... Так, тихо, вон она, тварь. Вот, зараза. А, твари. Ох, ни хрена себе, вот это плохо. А, там яйцо какое-то было. Давай сюда, бегом. Где тут еще твари? Вот это вот, что за яйцо такое? Я вот в прошлой... Я не могу к нему подойти, почему? Ох ты, нифига себе, вот это черти. Слушайте, такого не было. Таких ребяток не было раньше. Ну-ка, давай. Тихо, где? Где? И что это такое? Я не понимаю, что это такое. Так, ладно, давайте возвращаться обратно, потому что... Иначе... Вон идет кто-то у нас. Ой-ой-ой, что-то будет страшно сейчас. Давай, перезаряжайся скорее же, ну! Трехголовый какой-то сервер! Смотри, трехголовый сервер! Офигеть! По-моему, ему пофигу вообще. По барабану, слушайте, это прям вообще жесткие тварь. Главное, чтобы мне хватило патронов ее замочить, потому что если это... Вот это же скач, ребята, вот это мы нарвались. Слушайте, трехголовый цербер, посмотрите на него, он не дышащий, весь какой-то в лаве. Блин, убить его, по-моему, будет трудно. Реально. Да! Мы тебя замочили. Это было круто. Так, вот этот ствол мне вообще нравится однозначно, я его оставлю у себя. Может быть, что-нибудь еще найдем интересное. Давайте глянем, ребят. Но трехголового Цербера я никак не ожидал увидеть. Это интересно. Игра постоянно удивляет. Игра постоянно удивляет. Давайте что-нибудь возьмем другое. Так, вот это вот возьмем. И вместо нашего что-нибудь еще, может быть, взять. Хотя, наверное, не надо. Так, это что у нас такое? Давай проверим ее. В деле. Так, где? Где эти твари? Какое-то яйцо, короче, было. Ни хрена. Это что за хрень? Слушай, их сразу так ты не увидишь. Неплохо валят. Смотрите, там змея какая-то. Ё-моё. Человекообразная тварь. Динозавры. Всякие огромные насекомые. Они нас реально замучили. Так, бежим туда. Вроде ствол у меня неплохой. Мне кажется, мы должны с ним затащить эту каточку. Так, противников я вижу что-то вдалеке. А что за ствол у нас? Может быть, не надо пока тратить патроны. Может, давайте сначала завалим. Так, тихо. Где-то еще сейчас одна должна была здесь. Наверное, где-то быть. Они же могут... А, вот он. Медведь!
Громенный медведь. Ёлки. Что там дают, я не понимаю. Вот мы яйцо разбили, что это нам дало? Может быть, стволы здесь новые какие-то появились? Вау, что это такое? Патроны закончились, это хреново! Ах, нормально, зато этот ствол меня еще ни разу не подводил. Это какой-то был летающий скат, я не знаю, что-то инопланетное, что-то невероятное, ребят, такого я еще не видел, чтобы летающий скат какой-то одноглазый с огромной пастью нападал на нас. Это, конечно, какое-то что-то новенькое. Так, а каким стволом мы еще не пользовались? Давайте посмотрим это, что у нас такое. О, нормалек. Давайте из нее постреляем. И, может быть, я что-нибудь возьму вместо вот этой штуки. А, это то же самое, да? Так. Тихо! Дайте же мне выбрать оружие, ну серьезно! Что же вы делаете, гады? Ё-моё. Там какие-то огроменные монстры! Давай. Охренеть. Такого я еще... О-о-о, паук! Аккуратно. Смотрите, какой великан! Вау! Это какой-то кентавр! Запрыгиваешь ты наверх, ну. Давай. Сюда. Так, что-то у нас здесь, наверное... И здоровьишко подобрали, так. Нормально. Вон! Кто-то тут движется. Ну, по-моему, Это, смотри, дракон! Да ладно! Это дракон! Вот это да! Целили мы дракона. Это был босс всех драконов. Так, а у нас есть еще, по-моему, здесь какое-то яйцо было. Я не знаю, может быть, за яйцо нам дают что-то еще. Какие-то интересные, может быть, какие-то бонусы, ну, я что-то ничего не заметил. Так, ну, в принципе, неплохой ствол, я толком-то его не успел распробовать, давайте вот из этого постреляем. Что? О, гранатомет есть! Берем, однозначно. Так, мы из него уже стреляли, но... Окей, давайте я все-таки гранатомет оставлю себе. Так, кто-то прямо по нам уже... Нам уже бежит, я слышу, где-то они меня уже окружают потихонечку. Сваливаем. Вон, вижу. Так, змеи, блин. Твою мать. О, нет. Оу! О, черт возьми! Как же ты меня напугала, да? Блин, назад он вообще медленно ходит, вот реально. Ему нужно вперед только бежать. Все, отходим только, убегая вперед, потому что... Ну, назад он вообще прям крадется. Крадется очень медленно. Так, у нас получается... Где-то там, наверное, яйцо. А мы можем использовать гранатомет. Если я сейчас увижу, в кого стрелять-то, а? У нас есть гранатомет. Сколько у нас патронов? Патронов. Патронов прилично должно быть. Где-то монстр там спрятался. А у нас еще есть... Вот он, монстр! Вот это громко. Это реально было... Вот это крутенько! Вы посмотрите на это. Вот это да. Я чуть не оглох. Вот это было заруба. Bloodfeed — это что-то походу мегабосс, что ли, будет. Посмотрите, какая-то огромная муха, я не знаю, что-то стрекоза какая-то, жрающая людей. Так, нам нужно что-нибудь... Во, снайперки такой не было. Реально, здесь столько оружия. Просто тьма. Где вы, гады? Ой, черт. Мне неудобно реально стрелять по вам. Хотя будем так стрелять, нормально. Сваливай, сейчас грохнут меня!
уходим, 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 уходим. Мою мать. Так, где-то здесь аптечка была? Или не была? Фу. Где же ты, а? Я не могу тебя увидеть. Гадина, а. Где-то здесь? Где-то здесь, по-любому. Так, ни аптечки, ни черта. Ни хрена себе, это босс, что ли? Вот это плохо, вот это плохо! Охренеть, там были рядышком аптечки, как же мы мимо них-то пролетели-то, а? Не понимаю. Так, ладно. Я буду сейчас вас из гранатомета валить. Все теперь. Теперь все уже точно. Сейчас вас вальнем. Бегом, 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 беги же ты, ну. Блин, перезаряжается еще же. Тихо. Держись, 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 бро. Давай, давай, здесь прям уже сложнее пошло. У нас есть гранатомет, можно из него валить. Где? Здесь аптечки, я не могу их найти. Вот они. Так, все собрал. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Перезаряжайся, ну. Ой, ё-моё. Ой, блин, как я напугался, охренеть просто. Просто я не знаю, это было что-то, друзья. Ой, боже мой, ребят. Но это был монстр, реально жесткий был. Сейчас. Ну хорошо, что у нас был в руке гранатомет. Я думаю, это было неплохо, было неплохо, прямо. Так, возьмем. Какой бы мне ствол-то взять? Какой мне был хороший? О, вот. По-моему, вот этот мы не пробовали. Давай попробуем. Наша задача поэкспериментировать, посмотреть разное оружие. Может, что-нибудь подберем. У меня был один винтарь, он мне понравился, он был реально крутой. Я хочу его использовать и дальше. Так, да ты забрался. Угу. Нам, наверное, надо осмотреться. Нужно выйти на такую, такую территорию, где... Во. Хорошее оружие. Это что такое? Нифига себе, единороги какие-то, красные единороги, которые с крыльями, адские единороги. Так, здоровьишко подобрали. Секунду. Не, вблизи он валит вообще нормально. Так, теперь у нас босс, наверное, остался, да? А для босса мы возьмем гранатометик. Я думаю, надо для него брать что-то такое серьезненькое, чтобы его замочить. Так, ну мы сегодня победили уже дракона. Цербера трехголового. В самом начале одолели. Блин, каких-то дьяволы даже стали появляться, ребята. Поэтому нужно особенно... Вон он, вон он, вон он, вижу. Бонус какой-то мне дали. Просто обалдеть. Мы что, с одного выстрела его грохнули? Подожди. А нет. Слушай, слушай, слушай. Что-то еще, по-моему, здесь у нас движется. К нам приближается, мне кажется, да? Где-то там вдалеке. Я не могу понять, где оно. На мини-карте не особенно хорошо показывается расстояние. Попали, да? Там какой-то дракон идет на нас. Нет, это большой пегас. О, нету, 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 нету. Уходим, это какой-то орел. Блин, безумнейшая игра. Черт возьми, одна из самых кровавейших, наверное, которые нам приходилось играть.
Фух, ну что ж, дорогие друзья, если вам нравится данная игрушка и вам интересно, что же будет дальше, то прямо сейчас ставьте лайк, пишите ваши отзывы об этой игре, собственно, что вам больше всего понравилось, может, какие-то секреты, может быть, что-нибудь еще попробовать из оружия, которое вот мы еще не пробовали, ребята. Будет интересно, наверное, испытать какие-то новые ощущения. Ну, а с вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи, до новых встреч, всем счастливо и пока-пока!